Всем привет! 4 января 2020 год. Занесли сегодня пчел. Решили сегодня убрать, потому как погода уже там на днях сегодня уже обещает мокрый снег с дождем. Вот сейчас температура на улице плюс 2. В зимовнике тоже было плюс 2 перед тем, как заносили. Ну, сейчас чуть поднялось. 3 градуса. Ну, это нормально. Здесь что у нас? 3,5. 73% влажность. В общем, температурка подходящая. Пчел занесли. Там уже обещают морозы. То есть сейчас будут дожди со снегом, а потом уже морозы обещают. Ну, я думаю, такого уже потепления не будет, как вот было. Потепление было там до плюс 12, и поэтому не спешили заносить. Ну, сейчас уже занесли. Пусть зимуют дальше. Здесь им будет комфортно. Ветер не дует. Вентиляция здесь есть у меня. Приточная, вытяжная. Так что тут будет им спокойно. В темноте будут. Перед заносом я все семьи просматривал. Все до единой. Вот отмечал, где сидят клубы у них. То есть все просмотрел и поставил свои пометочки. Так. Ну вот, сидели посередине. Сейчас сидят середина и ближе к передней стенке. Ну, то есть как бы клуб немного видно вытянулся. Вот здесь тоже посередине. Середина задняя тоже немного вытянулись. Это у меня те, которые через глухую перегородку сидят. Здесь немного посильнее. То есть пчелы много. И я убрал им эти верхние утепления. Вот здесь также убрал. Вот. Ну, здесь в этих, наверное, можно было. Сейчас у меня по 3 рамки здесь стоит в каждом отсеке. Этим можно было по 4 оставлять. Ну, ничего страшного. Ну, в общем, занесли, пусть зимуют дальше. Сейчас я пройдусь, пооткрываю им литки, потому что заносили, закрывали. Сейчас пооткрываем. Ну, вроде так спокойно, тихо, хорошо занесли. Без тряски, без будоражения. Заносили вручную. Вот вручную хорошо заносить. Сильно пчелы не тревожатся. То есть нету такого. Нету такой встряски сильной. Ну, сейчас я слышу, что ровный шум такой стоит. В принципе, все нормально. Так, ну вот такие вот дела. На 4 января занесли всех пчел. Ну и пусть зимуют. Все, друзья, всем пока. Всем удачной зимовки. Пока.